Привет, дорогие друзья, с вами Экспарфи. Ну и так, я делал опросник, пройти ли мне Луну Аку на видео или на стриме, вы проголосовали, чтобы я сделал отдельное видео вот по прохождению. Не знаю, кстати, вроде там выходит этот Египтус, ну, по крайней мере, я его так называю. Вот, ну, сейчас проверим, мне интересно, что дадут за этот мир вообще, платинум тикет. Говорят, кстати, фон вообще бомбезный, можно даже потом как-нибудь эту шапку канала на этом фоне сделать, потому что, как по мне, бомбезный. Так, сейчас, и по идее, да, он должен выйти. Сейчас. Ну, этот какой-то уже мощненький по виду такой. Так. Ему-то еще щит. Так, я помню, вроде тут еще мишки выходят. А, нет. Тут мишки как раз таки не выходят. Тут другие выходят. Ну, ладно. Сейчас минус все, или она задочит атаку? Минус. А, канканчик выжил. Тогда изи. Ну, не изи, но это хорошо. Канкан с двух тык, он не... Короче, не умирает канкан на двух тык его, это очень хорошо. Так. Ой, блин. Так. Сейчас не хочу просто тыкать по экрану, чтобы для вас был как бы дискомфорт такой. Вот, поэтому приходится сложно. Ну, именно пальцами... Блин, ладно, вы не поймете, наверное. Вот, ну кто ютубер, может, и поймут. Как это сложно. Так. Блин, будет попадать по матрасу он или нет? Боже, не попади. Блин, попал. Плохо. А хотя бы не убил, все это уже хотя хорошо. Так, и матрас нормально. Хотя бы щит снесла там кому-то. Так и умерла, все. Не прям, конечно, все хорошо, мне интересно. Блин, хочется, конечно, пройти и завершить этот. Блин, точно, тут же эта горилла выходит. Ё-моё, я забыл про нее. Я видел, когда смотрел там гайдик один, я видел то, что она выходит, но я забыл про нее вообще. Так, у нее-то хп там много. Ё-моё, и что мне делать? Блин. Сейчас все плохо. Блин. Прикол в том, что мы именно эту убили, инопланетную. О, фух, все норм. Ладно, сейчас опять более-менее все. Фух, там повезло, что змейку аж там убили. А, блин, он пока вот тоже достает. Это вообще плохо тогда. Да, блин, когда там уже это чит сломается? А, ну, Гао долго живет, поэтому имба. Так, пока кассу не будем выпускать, потому что вдруг... Да блин, сколько там этого щита? ХП. Успел ударить, красава. Так. Да когда он уже сломается, боже. Ой, вот опять пошли. Ну и нет, я... А, вот, все, черная горилла вышла. Я хотел специально оставить именно по черную гориллу. Касли. Блин. Фух. Все нормально, более-менее. Не прям, что супер. Ну, такое. О, фух, нет. Сейчас вообще офигенно сыграл. Так. Что у нас? Блин, еще одна черная горилла. Я не досматривал до того момента, когда выходили их две, как минимум. Ух, ё-моё. И чё, и как мне их валить? Так. Удумри хоть одна. Боже, мне тогда намного легче будет. Так. Так, ладно, подождите. Сейчас надо накопить на матрасу. Так, все одно вынесло хоть. Канканчик тыка. Фух. Спасибо огромное, канкан. Так, блин, еще одна. Да ё-моё. Плохо, все плохо. Фух, блин, да сейчас уже убить там должны эту гориллу. Все, фух, убили. Надеюсь, больше она не... Короче, больше горилл не выйдет. Так. Ну, если сейчас горилла какая-то выйдет, то я проиграл, скорее всего. Блин. Так, хотя бы раз уже оттолкнули, это уже признак успеха, хоть и небольшого, но все же. Так, канкан сейчас по змейке... О, фу, хотя бы не по змейке ударил.
Да блин. Вот. Чисто. Блин. Фух. Сейчас я мог спокойно проиграть. Потому что зомби-человечки могли просто базу вынести и все. Так. Так, фух. Хотя бы канканчик чисто спас. Зарешал. Так, ролик, наверное, очень долгий получится, но все же. Мне интересно, что дадут в конце. Так. Еще минус 80 тысяч. Так. Так. Канканчик, красава. Блин, вот и опять это горилла. Плохо. Так. Гао, тащи. Гао, просто тащи все в твоих руках. Блин, Гао. Еще тычка. А, скрыто, лютый Гао просто. Гао, хотя бы спасибо, что ты убил. Может, сейчас еще одна выйдет, и мы проиграем просто. Ну, блин, все же уже. Хоть какой-то результат есть. Мы-то снесли ему и оттолкнули его как минимум уже один раз. Вот. Да блин, экспресс даже не успел ударить. Да сколько у него там ХП? Канкан успел ударить, а на остальное пофиг. Так. О, они доджит атаку, вот это вообще имба. Вообще видели, как я чисто потерял многое. Канкан, успеешь ударить? О, хорошо. О, блин, слава богу, попал этот. Блин, ну сейчас может жесткий момент быть, когда Матадор Кэт, короче, просто не будет щит у него, вот как сейчас, и типа он подойдет к моей базе. О, щит ему сломали опять. Так. Да блин. А? Оп. Фух, фух. Пожи, пожи, пожи. Так. Сейчас минус еще у него много хп, потому что там и слайм кэт ударил, и экспресс, и канкан. Еще канкан. Ну это по жалко, что по собачке. Да блин. Я вообще не знаю, пройду ли я или нет, потому что опять может выйти опять горилла, и мне ГГ будет. Минус. Да блин. И сколько мне еще раз придется его вот так вот оттолкнуть. Боже, ролик там 30-минутный выйдет. Базарю просто. Сколько мы уже тут валим, он до сих пор не умер. Но я знаю, что я его уже 2 раза толкнул, как минимум. Так, это мы копим сейчас, чтобы опять, если вышли ой, ну, эти темные гориллы, их вальнуть сразу. Так. Я уже вон тайминг научился ловить с ним. Ой, блин. Так. Так, минус змейка. Ой, блин, тайминги не подловил. А, ну там канкан выжила. Так, кстати, еще поставьте лайкос. ПЖ, потому что сами видите, уровень непростой. Вот, и еще, какой бы вы ролик хотели увидеть в следующем, я сейчас сделаю после этого, после того, как пройду или сольюсь. Вот ему
сделаю опросник в сообществе в Ютубе, вот. Так что голосуйте, какой бы вы ролик хотели видеть. Ой, блин, а фух, Канкан выжила. Тогда хорошо. Мне кажется, его последний раз осталось оттолкнуть, и он умрет тогда. Так. Да боже. Вот представляете, вот как бы это скучно, и как бы нет, скучно там то, что одни и те же действия, но интереснее тем, то, что типа вдруг, когда ты его пройдешь, тебе что-то дадут крутое прям. И типа этим интересно. Так. Ой, боже. Знал бы, что я сейчас буду столько проходить. Вот. Ну, кстати, как по мне, Акумир сам легкий. Я думал, он будет посложнее, когда особенно вот первый раз зашел на него. Я типа вижу, у меня Канкан 5000 бьет или примерно столько. Так что за фигня? А чё, так весь мир проходить такой? Ну, блин, по-любому не пройду его. Потом понимаю, что можно копить эти силы, ну, чтобы чистого урона проходило по Аку больше. Вот. И теперь у меня все нормально. Ну, сама обнова, ну, мне понравилась тем, то, что много новых врагов появилось. Вот, ну как бы мир 10-й, можно считать. Вот. Это круто. Ой, блин. Блин! Ё-моё! Он подойдет сейчас опять поближе, боже. Это очень плохо. Что он сейчас подошел? Да когда уже этот чит ему сломают? Кстати, кому не лень, если что, Канкан у меня сносит по 70 тысяч, ну, сейчас именно, против них. Экспресс где-то по 40 и слаймкэт в сумме по 50. И считайте, сколько тык уже он выдержал. Мне вот, кстати, я после этого сам ролик пересчитаю, сколько ему уронов нанесли. Кстати, сколько у него щит, тем более еще. Ну тут, короче, очень много урона по нему прошлось. Вот. Я, конечно, понимаю, что можно было просто взять редкого кота, который типа вот этот, которые вдували за Аку Циклана, но не, я иду всегда по сложным путям, не ищу легких путей, как говорится. Вот, и поэтому именно так начал проходить его. Так, Канканчик, минус 80 тысяч. Минус, да, все, наконец-то мы прошли его. Мы прошли мир, сейчас посмотрим, что нам дадут за это. Надеюсь, что клёво нам дадут. Вот, не зря же я где-то 10 минут сижу, даже 20-15, я не знаю, сколько именно, сижу и прохожу его. Не ролика, наверное, я просто такой, да ну нафиг, я устал его проходить бы и все. Кстати, сколько Канкан? 70 тысяч, ну, вообще, да. А, блин, еще гориллы вышли. Ё-моё, а если они меня сейчас вольнут, это просто такой эпик фейл будет. Прохожу уровень очень долго и сейчас солюсь на этих гориллах. Боже, боже. Фух, слава богу, матрасы выпустил. Она там их порешала. Так, давайте быстрее лучше уровень заканчивать, а то опять они сейчас выйдут и меня вольнут. Так. И остается чуть-чуть хп у базы. И мы валим ее. Фух, и что нам дадут? Так, 50-й. Gold Cat Fruit. И все, да? Блин, обидно. Pressed Moment. Это что такое? Ну. Так, заходим в стейджи. А миссии никакие ли не дали? В смысле? Ну ладно, вот такой у нас получился ролик. Я все-таки прошел. Где у меня этот Epic Cat Fruit лежит? Вот он, реликтовый. Ой, Аку. А вот, голд. Ну и вот такой получился ролик. И всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.